Депутаты Европарламента требуют перевести осужденного в России Руслана Зейтуллаева в Украину. Под соответствующим заявлением подписались 11 депутатов Европарламента, передает УНИАН. Депутаты требуют обеспечить крымскому татарину немедленное медицинское обследование и госпитализацию в связи с голодовкой. 4 апреля он начал сухую голодовку, которая продолжалась 22 дня и завершилась накануне. Вчера Северо-окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Зейтуллаева к 12 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации Севастопольского отделения Хизбут-Тахрир, признанной в России террористической.